Всем привет, меня зовут Одесса Сидел на канале СВ Фэмили. Володенька, ты скажешь привет? Привет. Привет, друзья. Что мы с вами сегодня будем делать? Красочка. Рисовать красками. Да? Только не ручками. Не ручками. А что нам для этого потребуется? Кисточки, вода. Так, давайте, вот вам кисточки. Одна кисточка, другая кисточка. Вода нам потребуется, да? Да. Вода, вот эта чашечка как называется? Не проливайка. А знаете, почему ее так назвали? Потому что там, если будет много воды, надо вылить, а когда мало остается, не выльется. Вот почему так. Не проливайка, значит, она не проливается, да, друзья? Смотрите, если налить водички вот по эту линию, то водичка никогда не разольется. Раз, и не разливается. Видите? Фокус! А вы любите фокусы? Да. А мы будем с вами фокусы сегодня показывать? Да. Да, вот уже один фокус. Не проливайка. Ой, чуть-чуть вылилось, да? Это мы уже с вами балуемся. Так, вода у нас есть, кисточки у нас есть. Что нам еще потребуется? На чем рисуем? На листке. На листке, конечно. Нет, на листке. Один листик мы даем Володе, один листик мы даем Владику. Друзья, чем мы с вами будем рисовать? Красками. Красками. Посмотрите, что у нас с вами есть. Что это такое? Ну-ка, давайте посмотрим. Краски? А что там нарисовано, а? Ну-ка. Самолетики. Написано самолетики. Давайте открывать аккуратно. Как мы их должны раскрыть? Давайте посмотрим. Ну-ка. Краски пальчиковые, а? А что такое пальчиковые краски? Надо просто макать пальчиком. Пальчиком макать? Да. Но мы же не любим пальчиками. А чем вы любите? Кисточками. Кисточками? Да. Угу. А что вы любите рисовать? Я люблю танки рисовать. Танки? Я могу еще небо нарисовать чем-то. Я могу что любое нарисовать. Привет, я у меня. Мам, смотри, у него сын. Привет, у меня зовут Одесса Сидел. Буду канализовать его фамилии. Смотрите, давайте отгадывать сейчас будем цвета. Ну-ка. Это у нас какой цвет? Синий. Правильно, синий цвет. Вот красный. Это. Красный цвет. Молодцы. А это у нас какой цвет? Желтый. Правильно, желтый. Так. Это у нас какой цвет? Зеленый. Правильно. Опа. Вот это у нас какой цвет? Оранжевый. Умница. Оранжевый. Так, а это у нас какой цвет? Вот это. Сиреневый. Сиреневый, или его еще можно назвать фиолетовый, да? Ну да. И смотрите, какая у нас, та-дам, получилось, что это? Башня. Башня. Башня у нас какая? Большая. Большая, высокая башня. Мам, красивая, мам, да? Мам, я этим. Выбрал Владик, какой это цвет? Зеленый. Зеленый. Володюшка, ты какой цвет выбираешь? Синий. Отлично. Давайте откроем. Вот, смотрите, 4. Пальчик макают и ставят вот такие. Оп, оп, оп. Нет. Вот. Давайте пальчиком рисовать дождик. Нет. А Володенька, наверное, рисует капельки, да? Макай еще пальчик. Дождик рисуй. Так. Кап. Вот какой дождик у Володи. У тебя. Ну-ка. Ой, а у Владика, смотрите, какая травка стала классная получаться, да? Так же лучше, чем кисточкой. Кисточкой все размазывается, а пальчиком прям травка получается. Да? Макайте пальчики. Так.
Вы прям как печати ставите, да? Кап, 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 кап. Кап, 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 кап. Угу. Ой, они еще можно и размазывать, да, Владик? Кап, кап. Здорово. Ты прям полянку с травкой хочешь нарисовать, да? Да, Владюш? Ага. Так. Конечно, она же специальная, пальчиковая. Так. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну не беда. Она еще и столовая. Столовая. Бери со стола, да? Так. Сейчас будем фокусы показывать. Вот, у Володеньки у нас получился дождик. Вот такой вот дождик получился. А я небо. Ой, какой классный. Прям на снег даже похож, да? Дождик и снег. Так. А у Владика что получилось? Да, как и все. О, сейчас, сейчас мы у Владика посмотрим. Подожди, Маша. Давай, давай. Так, что у Владика получилось? У меня небо, небо и травка. И травка. Какая красота! Небо и травка. Ой, какое небо! Ясное, голубое, травка мам, зеленая. Где, мам, где? Вот, видишь? Небо и травка. Да. Здорово, да? Да? Все, сохнем. А скажите, вы фокусы-то любите? Да. Да. Да? А будем играть в фокусников? Да. Здорово! Мы с вами называли, какие у нас были краски, да? Помните? Да. Вот у нас с вами есть краска желтая, оранжевая. Оранжевая краска. Пока не трогайте, хорошо? Ага. Так. Классно, откуда? Оранжевая краска. И зеленую давайте возьмем. Так, берем еще зеленую краску. Так, у кого какая будет? У меня желтый. У меня будет зеленая. Хорошо, это вот тебе. Мой. Смотри, стакан с водой. Фокус сейчас я объясню, в чем заключается. И тебе стакан с водой. И есть у нас вот такая вот красивая прозрачная миска. Знаете, что мы сейчас будем что? Делать? Смешивать две краски и смотреть, какой же у нас получится с вами цвет. Так, бери кисточку, Владюш, макай в краску и опускай в стаканчик. Растворяй. Так. А ты, Володенька, делай оранжевую. Так, мешайте, мешайте, мешайте. Не растворяется? Растворяется? Видите, они пальчиковые. Растворяй прям хорошо, хорошо. Мам, я да. Еще, сын, давайте я помогу. Ну-ка, давай попробуем. О, у меня зеленый цвет получается. А давайте много будем красок смешивать. Давайте. Ну-ка, давай красную попробуем. Мам, я тоже хочу тоже. Нет, ты зеленую, мешай, мешай зеленую. Пока еще лучше не станет, да? Да, чтобы прям красивый зеленый цвет был. Красную возьмем, да, Володюшка? Взяли вот такую красную краску. Размешивай. Какую? Много не клади, Владюш. Размешивай. Все, больше краски не клади, размешивай. А потом оранжевую с каким-нибудь другим, ладно? Она что-то плохо растворяется, поэтому мы взяли другую. Ну-ка, мешаем, мешаем, мешаем. Мешай краску кисточкой. Мама, помоги. Давай. Так. У Влада уже почти получилось. Ты как фокусник, как мы тебя назовем? Мистер... Саводский. Мистер Грин. Грин по-английски зеленый. Будешь мистер Грин у нас, да? Я мам. Да. Размешивай. А Володюшка будет мистер Ред.
красный цвет по-английски. Red. Красный. Ты у нас будешь мистер Red. Будешь мистером Редом? Все, молодцы. Так, давайте докрашиваем. Растворилась краска? Нечем. Хорошо, давай я, подожди, Володенька. Давай еще хорошо. У меня спалилась уже. А у меня уже спалилась. Так. И сейчас будет, друзья, фокус у нас. Кто любит фокусы? Я. Бери, Владюш, стакан свой, лей, только не полностью, немножко вылей. Так, стоп, стоп. Теперь, Володюшка, ты, давай тебе немножко помогу. Так, мешаются? Что получается? Ну-ка, давайте смотреть. Темно-зеленый свет. Да. Ну-ка, Владюш, еще выливай зеленый. Что у нас получается? Еще немножко выливай. Еще побольше, побольше. Так, и Володенька. Так, какой цвет получился? Черный. Какой-то серый, да? Да. Угу. Так, дальше. Выливай до конца. И Володюшка до конца выливайте. Все, размешивайте. Фокус! Куда делась зеленая краска? Куда делась красная? А? Вот это да! Давайте еще! Теперь я синим буду. Давайте теперь возьмем синий и желтый возьмем, да? Да. А давайте попробуем их на листочках смешать. Владик, бери синюю краску, пальчик макай туда. Так, макай. И вот так размазываем. Синяя. Володя желтая, да? Все видят синюю и желтую. Так, поближе листочек сюда положите. Так. Угу. Вот. Молодцы. Синяя, желтая. Теперь, Владюш, давай попробуем вот так, смотри. Синюю краску. Володюшка, подожди, пожалуйста. Мне стало желтое. Володя, подожди. Давайте вот так вот попробуем синюю. Так, а сюда попробуем желтую. Ну-ка, какой получается цвет? Зеленый. Зеленый получается. Володенька, давай. А если зеленый с синим? Какой цвет у нас получается? Смотрите, зеленый. А если зеленый с синим? Ну-ка, давай посмотрим. Тоже зеленый. Да? Да. Угу. О, смотрите. Пальчика, пальчика, топ-топ. Вот. Смотрите, если смешать желтую краску и синюю, то получится. Да, сейчас выйдем. То получится зеленый. Да? То получится зеленый. Ого, какой получается цвет. Давай, размешивай. Ого, какой получается. Ух ты, какая картина красивая. Ну-ка, размешивай. Владюш, получается? Угу. Как здорово, да? Мама, тоже помоги. Угу. Так, давай. Сейчас нам нужно будет придумать название этой картины, да? Да. Автопортрет. Автопортрет? Мам, да. А это? А это в следующий раз будем. Да. Рисунки наши высохнут? Да. Да. Итак, друзья, когда мы рисуем вот такими пальчиковыми красками, мы развиваем творческое, да, мышление. Мы развиваем мелкую моторику, потому что мы пальчиками, да, вот так рисуем. Мы учим с вами цвета, и мы с вами еще что делаем? Фокусы! Мы делаем фокусы! Мам, давай еще будем фокусы! Потому что если краски смешивать, получаются вот такие интересные картины.
Владик назвал эту картину как? Автопортрет. Всем пока, подписывайтесь на мой канал. Будьте умными, добрыми и красивыми.